Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, где мы за последние полгода все же будем проходить какую-то хоррор-карту. Я решил, я ее пройду, поэтому не удивляйтесь, что так темно, что было больше атмосферы, но, как по слухам, как мне уже нашептали, я слышал то, что это самая страшная хоррор-карта, которая когда-либо существует. Поэтому я надеюсь, что вам понравится. Влепите обязательно лайкусик прямо сейчас на вот этот видос, чтобы было больше прохождения различных карт. Я надеюсь, что он вам понравится. И также, ребят, не забывайте подписываться на этот канал. Мне также будет очень приятно. И у меня на втором канале также сегодня выйдет вложик, поэтому зайдите, посмотрите. Влог называется «Как купить iPhone 10 первый же день продаж». Потому что я такой херней страдал. Но все же, ребят, давайте мы будем начинать. Я надеюсь, что слухи будут правдивы. То, что это очень страшная карта. И то, что я обосрусь раз 10. Поэтому, если будем обсираться, давайте мы вместе с вами это сделаем. Ну что? Так. А, ну что, я где-то появился. Дома. Я не знаю, что. Я вообще не знаю историю этой карты. Но я знаю то, что тут охрененный текстурпак, слушайте. Какой же он на самом деле крутой. Ребята, давайте наберем 15 тысяч лайков. Я обещаю то, что я в эту же секунду оставлю ссылочку на эту карту в описании, поэтому давайте, мы погнали, сразу же погнали. Хэллоуин уже, конечно, прошел пару дней назад, но все же. Ёхали бабай, чё я подпрыгнул? Я посрался от того, что я подпрыгнул. Так, какие-то уже страшные звуки, двери тут сами открываются, когда ты к ним подходишь. Ребята, реально какие-то страшные звуки, у меня аж мурашки по коже пошли. Поэтому лучше дома не играйте в эту карту, если у вас, тем более, нету родителей дома, чтобы прям не обгадить свои труселя. Мне-то можно, я их постираю. Так, вот это мне уже не нравится, какой-то крест. Так, двери, двери, выпустите меня куда-то. А в чем заключается вообще суть этой карты? Я просто хожу по коридору, и вроде больше ничего нету. Твою сука, мать, блядь! Нет, как я уже сказал, я небольшой любитель хорроров, поэтому хрена ли вы меня так пугаете сразу же через одну минуту после начала карты. Так, где я вообще? Что тут происходит? Почему я чуть не обгадился и почему я очутился опять на том же месте, где я проснулся? Я просто разминочу. Да почему я просыпаюсь? У меня кошмары нахрен каждые 30 секунд, вы понимаете? У меня кошмары. Пацан, ты кто вообще так? А, я на себя даже смотреть не могу, потому что я хотел увидеть, кто это вообще такой? Писатель какой-то, да, который пишет романы. Так, тут за дверью что-то сейчас будет, 100%. Ни хрена, смотрите, не было. Да в смысле, я ничего не по... А, мне нужно убегать от этой дуры. А! А! Так. Я... Ах, я вообще не понимаю, что происходит, я просто какой-то контуженный на самом деле. Так, хорошо, я очнулся где-то опять. Ла шуле, ла 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 Франция, я что, француз? Как бы, я жил в Португалии, но я не француз. Так, как я понимаю, это просто кошмары. Я уже обосрался спустя одну минуту после начала прохождения этой карты. Так, не надо, пожалуйста, пожалуйста, хватит скримеров. Так, я чищу зубы. Охренеть, какая карта, вы посмотрите, я ничего не делаю. Я реально чищу зубы в Майнкрафте. Это версия 1.12.2. Я оделся в костюмчик, почистил зубы. Можно отправляться на работу в офис, да? Охренеть просто! Я в метро еду. И, ребят, знаете, как будто какой-то мини-фильм в Майнкрафте. От которого еще и обсираешься. Нонсенс какой-то. Так, где я? Ага, я вылез из метро. Я походу, если я в костюмчик... Машина. Это карта без модов. Машины ездят. Кто вообще создатель этой карты? У меня такой вопрос. Гений какой-то. Так, я пришел на работу, да? Здрасте, мордасте, меня во сне чуть мадама белобрысая не схавала. А ты тут кофеечек попываешь, да?
Так, СТМ, да, хорошо. Так, я на работе, и как я понял, мне, в принципе, тут не грозит никакая опасность. Я могу прийти. Здрасте! Привет, привет. Так, меня ожидают. Да, меня ожидают, меня босс ожидает. Да, как я понял, босс меня сейчас будет повышать. Я буду директором этой шарашкиной конторы. То есть мне нужно подождать, пока придет мой босс, да? Хорошо, хорошо. Привет, уборщик! Михалыч, ты? Нихила вчера забухали. Так, охренеть, какая карта, охренеть. Опа, я тут, так, тут для женщин, тут для мужчин. Я сейчас пасу быстренько. Вы смотрите, я прям супермен. Я двери умею открывать взглядом просто. Так, ну не факт, хорошо. Сюда я могу зайти? Могу. Смотрите. В карте Майнкрафта даже реально покакундить можно. Тут есть какие-то пасхалочки. Опа, 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 опа. Жалко то, что карта не настолько проработана, то, что реально тут можно обгадиться. Зеркало. Ребят, я, если честно, не перестаю удивляться от этой карты, потому что жесть какая-то. Так, хорошо, хватит пинать. Вот то самое. То, чтобы понять. Ах, нет, я туда не хочу. А, где босс? Начальник! Так, хорошо. А тут ничего интересного, поэтому давайте заберемся вот сюда. Ты со мной будешь разговаривать? Синеглазый. Мешковатый. Почему я должен со всеми поздороваться, со всеми поговорить? Пацаны, вы мне неинтересные, в принципе. Я с вами даже дружить не хочу. Отстаньте от меня. Вот мой завтрак меня ждет. Я этот кофе разлитый. Убери за собой. За собой убери! Нагадили на этом столе. Никто не хочет убирать. Слышь, балбес, на работу пришел! Че спать? Че спать надумал, а? Смотрите. Дур дома, не офис какой-то. Честное слово. Так, я вот еще с этими. Рыжий, рыжий, я с тобой. Ты рыжий или зомби какой-то? Да уберите вы за собой. Ага, еще и в карты играйте. Я вообще не понимаю, как люди работают. Как люди работают? Вы пришли работать. Кофе пьют. Карты играют. Так, давайте отправимся на 69. Да, 9 нет. На себе. Это лифт или это спуск в ад какой-то? Лифт застрял? А почему? А почему в лифте свет выключается? У меня такой вопрос. Что за лифт такой странный? Так, босс! Я пошел! С похмелья! Мне кошмары снились! А, видосики тут записываешь, да? Майнкрафт опять свой, Галина. Задрот ты кончен, а? Работа, может быть. А сын твой нарисовал. Хреново сын твой рисует. Так, хорошо. Хорошо, тут ничего интересного. Я вообще не понимаю, это хоррор или это какая-то комедия? Лиза. Так. Рыжий! Антонио Перейра! Прям реально португальский имя какое-то. Антонио! Ола, амиго! Все, вы заколебали же. А, видос монтируют. Нифига себе. Хорошая, хорошая. Нет, не надо! Да не надо со мной разговаривать! Так, босс. Босс, где босс? Босс! Босс! Где мой босс? Томас! А, это мой кабинет, да? Компуктер! Зеркало! Прям мечта не кабинет, на самом деле. Так, где мой босс? Могу ли я ему позвонить? Он меня не принимает даже. У меня с кем-то совещание, даже не знаю с кем, куда мне идти. Может побежать просто, да, и все. А как вообще моего босса зовут, у меня такой вопрос? Эмми Грейс! Эмми! Нет. А, еще одна задротка. Работать надо, а не в Counter-Strike играть. Так, Марк Крюгер. Марк Крюгер, ты тут? Не надо со мной разговаривать. А, это мой босс. Не ругайте меня, пожалуйста. А, он грозит то, что уволит меня. Босс, вы стрёмный. Так, мне нужно пойти из... А, опять тут взлет. Я думал, сосиска какая-то валяется, это ручка. Так, босс, сейчас приду, подожди, постойте тут. Мне нужно вернуться в мой офис и забрать какой-то документ. Это все очень даже хорошо. Привет, мадам. Привет. Так, а вот это, да? А, вот, распечатать нужно. Только не в GTA-шку играй, давай распечатай, реально, чувак, уволят тебя. Черт твоей бабушки. Че, опять скример? Не? Устал. Уснул. Устал, уснул. О, просрал ты свой доклад. Чувак реально весь день проспал. Так, мне нужно вставать, мне нужно идти. Репорт, репорт, доклад, доклад. Так, счет.
Что-то у нас тут не то творится. Рыжая! Мне мурашки по коже. Антонио Перейра! Никого нету. А чё все куда-то свалили? Всё, задроты домой разбежались. Никого тут нету, в КС-ку больше никто не играет. Так, кто кашляет? Кто кашляет? Босс! Так, подожди, Эми Грейс, тут есть кто-то? Бабуля? Нет, тут никакой бабенцы нету. Босс! 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 Босса тоже нет. А чё все домой-то свалили? У меня такой вопрос. В Тубзелете никто по... Нет, никто по какой-нибудь не зашел. Так, хорошо. Мне сказали то, что нужно идти проверить, работает ли лифт. А, выход, да. Да если тут выход, давайте я сразу свалю. А, вы, конечно, выход не работает. Так, хорошо. Кой, да, на первый этаж. Какой я красавчик. Чё с этим лифтом? Я к сатане в ад спускаюсь или на первый этаж? Какая озвучка! Какая актерская игра! Опа! Оп! Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец! Так, мне нужно меньше шутить. Не надо меня пугать. Я очень пугливый. Кого-то зарезали. Это Михалыч, это уборщик! Это Михалыч, реально! Михалыч, ты чё, маньяком был? Кожу с людей сдирал. Так, хорошо. Да, трупак, тут трупак, люди, тут трупак, помогите мне. Трупак-маньяк, который кожу с людей снимал. Так, я могу выйти с этой? Да, могу. Так. Так, да, света нету. Мне нужно найти телефон, чтобы освещать себе дорогу, путь. А, да, камеры безопасности. Так, я сюда могу зайти. Скримеров тут не будет! Конечно, не будет, это ж не хоррор. Мозг. Это офис или тут хирургия какая-то? У тебя рак. Ты слишком много в Доту 2 играешь, я заметил. Прекращаю в Доту 2 играть. Так. Хорошо, хорошо. Тут ничего интересного. Зато страшная музыка войдёшь. Страшная музыка. Михал... А, тут Михалыч. Надо сваливать отсюда. Так, я чё-то не понял. Я вообще спустился куда-то или не спустился? Ух ты ж, ёханый, ты ж бабай. Ты ж ёханый. Так, не, реально, карта очень криповая. Я... Опа! Я видел, что меня не было в зеркале, но я появился. Недоработочка. Нету в зеркале. Есть. Я вампир, наверное. Трупак? Трупак? Кто-то какундит? Нет, никого нету. Реально, все домой просто разбежались, кроме Михалыча. Михалыч остался. Михалыч любит поработать. Маньяк проклятый. Так, никого нету, ничего интересного. Никого не спалил за... Ой, я мусорки напугался. Никого не спалил за тем самым. Так, лифт. 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 Вызовите механика, Михалыч, позвони Петровичу. Ничего не работает. Ребят, мне надо быть серьезным. Не надо шутить. Это серьезная карта. В смысле? Мёрдер, откуда ты знаешь, что есть вообще убийца какой-то, мёрдер? В смысле, что мне нужно делать? А, мне нужно найти какой-то фонарик, да? А где вот это самое, где я найду фонарик? У меня такой вопрос. Фонарик мне нужен. Опа, тут я еще не был. Подарить фонарик за полцены. Опа, так. Камера наблюдения. Тут ничего нету, ничего интересного. Тут нет никакого убийцы, тут тоже нету. И тут никакого убийцы нету. Да кто кашляет? Заразишь еще меня гриппом. Опа! Так это не убийца, это дух какой-то с преисподней. Не надо меня пугать. О, телефон, 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 я вижу телефон на камере. Так, мне нужно выйти отсюда. А то все, я могу туда выдвигаться, да? Ты меня пустишь сейчас? Да, сейчас я уже могу. Криповато, согласен. Согласен, соглашусь. Соглашусь, в этот раз криповато было, да. Если он сейчас на меня еще выскочит, зараза-то такая. Дайте мне, пожалуйста, эту мобилку, которая там была. Мне бабуля должна была позвонить. Позвать себе домой. Она там вареников вроде наварганила. Я тут с духами разговариваю. Михалыч мой друг был. Маньяк оказался.
Тяжелая жизнь. Так, сюда вот дух забежал, вот этот проклятый, да? Где я видел телефон, ребята? Где был телефон? Опять кофе разлили. Где был телефон? А, вот, дайте сюда телефон. Так, позвонить другу, позвонить полиции. А что я скажу полиции? Привет, тут дух. А друг хотя бы поверит мне. Энтони, подними трубку. Энтони Перейра его зовут, друг мой, с детства. Всю жизнь дружим. Да подними ты трубку, предатель проклятый. Кто? Лучше бы я полиции позвонил, не своему другу, который предатель оказался. Так, а вы мне объясните, пожалуйста, куда мне сейчас идти нужно? И можешь ли ты, чувак, вообще фонарик какой-то найти? Только не пугайте меня. Не пугайте. Я хороший мальчик, я пришел просто побегать по офису. И пошутить. Так, тут у нас ничего нету. Ничего нету. Стулья разбросаны, бардак после себя устроили. Энтони! Антон! Какой Энтони? Взял себе, знаете, типа, такое имя. Мамка его вообще Антоном назвала, он себе Энтони, типа, Антон, с детства такой был, Но я это никому не рассказывал, это наш секрет был. А вот тут все! Трубку не взял, я все спалю. Всю контору. Михалыч до сих пор мертвый лежит, я думал, ты хотя бы воскреснешь. Жон снова проклятый. А, так, я застрял, мне нужно пробраться через вентиляционную шахту. Я ее, кстати, видел вот тут. Опа, я прям гений. Лезем. Да, кто? Не выскакивай! Закрыто. Никто на меня не выскакивает. Чё за лабиринты? Я ни хрена не вижу! Опа-на! Это кто вообще звонил? Кто звонил и кто взял трубку? У меня такой вопрос. Так, я боюсь за эти углы выходить, что это просто жопа. У меня сейчас ощущение, то, что реально какая-то... А! Какая-то хренотень на меня выбрали. Спокойно, Эдисон. В смысле? Я себя в зеркале не вижу! У меня батя Дракула! А вот тут вижу. А вот тут... А тут не вижу. Это какой туалет? Это женский. Почему я в женском туалете себя вижу, а в мужском... В мужском туалете себя не вижу. Чё за дискриминация мужского пола? Так. Мне нужно включить электричество, да? Михалыч, ты куклу свою для секса забыл. Так. Главное, чтобы вот эта хрень на меня не выпрыгнула. Еще одна кукла! Развратники! Развратники! Я не такой! Никогда таким не был! Это та комната задрота, который в КС-ку играл. Вместо того, чтобы работать. Заколебаете куклы? Я буду... Матушку, зараза-то такая. Вот так реально обгадиться можно. Я говорю, Михалыч свои куклы забыл везде. Так, в смысле? Я ничего не вижу, что там написано. 1, 2, 3, 4. Я взял какую-то хрень. Криповая такая кукла! Это чья кукла? Может, дочке своей забрать, которой у меня нету. Возможно. Так, мне нужно что-то включить, да? Мне нужно что-то включить. Что? Тут написано 1, да? Значит, тут что-то должно быть. Так, хорошо. Первый я включил. Дальше, второй у меня должен быть, в принципе, с другой стороны. То есть мне нужно бежать полностью коридор в противоположную сторону. Главное, чтобы на меня опять ничего не выпрыгнуло. Вот сюда. И это должно быть в этой комнате. То есть мне нужно переключатели включить, чтобы заработал свет. Второй. Потом третий у меня... Ничего не выпрыгивай, пожалуйста. Да, хорошо, спасибо. Третий у меня в этой комнате находится. Ничего не выпрыгивай, пожалуйста. Спасибо, что не выпрыгнул. Так, третью... Ух ты, хрена, какая игрушка. Так, третий у меня вот тут, и четвертый у меня вроде возле лифта. Пацаны, я просто переключатель выключаю. Просто переключатель... Михалыч, забери своих кукол. Так, идем сюда. Вот тут где-то должен быть переключатель возле лифта.
Четвертый вот... В смысле? Чё-то я не понял. А, вот. Опа-опа-опа! Свет! Все, заработало! Все, сваливаем домой! Да... Я видел чувака, который сзади нас, типа, если нажать на стоп-кадр, то когда я скатывался по ступенькам, сзади нас кто-то стоял, кто-то меня столкнул. Это Антон, наверное. Антон, я уверен. Я уверен, что это Антон, Антонио, который мне звонил, он трубку не взял. Я с детства сразу заподозрил то, что с чуваком что-то неладное, слушайте. Так, а что мне тут делать сейчас? Что мне тут делать? Непонятно. Привет! Ха! Дай пятюню. Опа! Вот этого не было! Ты видел? Я сюда заходил, его не было. Я обернулся, он появился. Какие вы игры тут со мной играете? Смотри, а что это у него в руке такое? Это посох Гэндальфа, что ли? Не могу понять. Так, ничего не... Что у них тут за разбойки? Какие-то ролевые игры, не могу... Так, я серьезно. Динь-динь. Сюда не могу зайти. Сюда не могу вообще ничего сделать. Тут у нас что? Тут у нас ничего интересного. Я надеюсь, что больше никто не будет. Эти игрушки меня заколебали. А, крысы. Опа. Карточка. Банковская карточка. Пошли игрушки в Стиме закупать. Кто оставил, не знал. А, это не крысы, это скелет на меня упал. Михалыч, ты тут что, свою игрушку одну забыл? Так, хорошо, я не знаю, что делать. У меня банковская карточка в руке. Я не знаю, что мне сейчас покупать надо. Кому звонить? На рандом. Что-то увидел, что-то с тобой произошло. В туалете опять никого нету. Да, мне кажется, в туалет... Ах ты! Да, я не таки застукал кого-то. Какуньдяешь! Ну, давай, поаккуратнее. Моя миссия выполнена на эту серию. Я кого-то запалил. Так, хорошо, у меня есть банковская карточка. Или это что-то вообще такое? Что я с ней, в принципе... А, вот сюда ее вставить, да. Опа. Чувак, успокойся, я с тобой. Я кого-то видел. Опять дух. Дух. Чей дух? Лен его знает, но чей-то. Это факт. Дух, пожалуйста, не надо мне... Ребят, вы же... Давайте мы дружно возьмем все за руки, да? И попросим этого духа нас не пугать. Потому что если он напугает, мы все с вами обосремся. Не только же я. Так. Криповенько. А, мне просто нужно бежать, да? Да я в смысле? Завалило коробками. Да хватит падать! Падать, коробки падают, а ты сам падаешь. Бежим, ребят, бежим. Так, джамп, да, выпрыгнуть через окно. Конечно, через окно выпрыгивать, суицидаемся. Прыгай! Под придурок. И что? А, так он еще и не умер. И я типа в канализацию, да, попал? Ошибись. Машина. Нет, не хочу! В смысле? А что, я могу под машину за... Я могу под машину? А, то есть я прятаться? Охренеть, вот тут уже стелс, наверное, начинается. Ребят, давайте мы закончим. Давайте мы закончим на этой прекрасной ноте, потому что если я тут уже могу прятаться под машину, это означает то, что на меня сейчас уже кто-то будет нападать вот оттуда. Поэтому, ребят, я предлагаю на этой прекрасной в скобочках ноте закончить эту серию. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Если да, влепите огромный палец вверх прямо сейчас и обязательно подпишитесь на канал, если вы хотите продолжение. Если вы меня хорошенько попросите, я обещаю то, что я сделаю еще одну серию по этой карте, потому что карта реально просто фантастика. Она настолько проработана, что мне прям нереально приятно играть. Поэтому, ребята... Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.